Всем привет! Это небольшой влог о том, как мы с моей подругой Кариной ездили в город Цзючжоу, который находится примерно в 80 километрах от Шанхая. Мы решили поехать на скоростном поезде, который идет всего лишь 20 минут. Билеты стоили совсем недорого, где-то около 40 юаней в одну сторону. На самом деле можно было сэкономить и поехать на обычном поезде, который идет час. Билеты на него стоят 14 юаней. Но так как мы ехали всего лишь на один день, мы решили сэкономить время и поехать на экспрессе. В дороге у меня заболела голова, и мы решили пойти за кофе, как только приехали в город. Таксист, кстати, нас высадил прямо у Старбакса, поэтому, к счастью, нам не пришлось блуждать по городу в поисках какой-то кофейни. Там же мы обнаружили очень милые кружки с изображениями Цзючжоу, но я уже купила себе несколько кружек в Шанхае, поэтому стараюсь держаться и не покупать себе новые. Самая главная цель поездки были классические сады Цзючжоу. Мы думали, что мы потратим час или два на прогулку по саду, но в итоге мы там были около 3 часов и даже не все обошли. Возможно, это мороженое, но это не точно. Это не мороженое, но там мороженое. Пойдем посмотрим, что там. Вот. Такой интересный вход здесь. Покупаем, оно пластиковое. Это мороженое, блин, кстати, да. 15, 10, 20 юаней, выбирайте сами. Я не уверена, что это вкусно. Кстати, я помню, я видела такое в каком-то паблике. Где? В каком-то паблике вот такие вот красивые вырезанные... мороженые. Блин, очень круто. Прикинь, я хочу попробовать. Дети маленькие. Мы похожи. Но это там милое животное. Ой, господи. Это ты. Я? Окей, хорошо. Это мы с тобой, короче. Да. Ты моешь на камеру, я стесняюсь. Я не понимаю, что это. Ты понимаешь, что это? Как будто бы это мороженое. Но какой-то заменитель молока тут есть. Да, но как будто бы нет. Он так красиво выглядит. Thank you.
Зашли в магазинчик, где можно собрать из таких вот бусинок браслетики себе. И на каждой бусинке разные иероглифы. Здесь можно поискать те иероглифы, которые, наверное, подходят под имя. Либо ставить какие-то слова из них. Очень круто. Здесь еще есть готовые браслетики. И можно еще из таких вот собрать себе. Ну, они на резиночке обычные такие, да? Ты вот... Хай, они на веревочке, да? Я думаю, они на резинке. Они, да, это не резинка. Это они, смотри, вот так вот растягиваются. Так вот. Ой, круто. И стягиваются. Классно. Карина привела нас на какую-то классную улицу. Сейчас будем искать, где нам покушать. Надеюсь, что что-нибудь прикольное найдется.